стаканчики для рассады, контейнеры для саженцев, кашпо для больших растений и маленьких. И это как чемодан без ручки. Их набирается такое количество, и выбросить жалко, а использовать нельзя. Захламление порой такое, что мама не горюй. А как сделать так, чтобы в одном флаконе все это можно выбросить и заменить их одним простым и очень удобным, главное, в 6 раз дешевле, чем можете себе представить, контейнером. Об этом следующий репортаж. Сколько она в 6 раз? Это вопрос с стаканчиками. Избитая тема. Видите, эти стаканы, они занимают много места. А вот такая рассада, которую мы сделали из обыкновенной пластиковой полиэтиленовой пленки, которая стоит, повторяю, в 6 раз дешевле, чем эти стаканы. Цифры я приведу. И вот мы взяли для основы, нашел спрей. И вы видите, по диаметру стаканчику, диаметр этого спрея 6 сантиметров. И на него сейчас навернем вот эту пленку, наворачиваем пленку. Пленка у нас получается шириной, вернее, высотой 20 сантиметров, длиной она 25. Дело в том, чтобы внахлёст был буквально полтора диаметра. И сверху склеим скотчем. Покажи скотч, покажи, пожалуйста. Вот такой скотч. И вот что у нас получается. Заготовка, видите, 3 раза скотч делается. Если у вас есть машинка, у меня просто на даче оказалось более широкая лента, еще больше. Выгодно все-таки пленку делать прозрачной, с тем расчетом, чтобы видеть корни. Вот видите, видеть корни. Но для винограда самое главное, для растений не перелить. И вот на этой пленке видите конденсат влаги. Это значит, что влага есть, и лить лишнее не надо. Не долить — это прекрасно, а вот перелить — это проблема, вы потеряете саженец. Итак, что необходимо? Ну, естественно, земля, желательно все-таки с вермикулитом или агроперлитом. А вот стаканчик мы сделали и из банки 5-литровой фляжки отрезали воронку. Очень удобная вещь. И обязательно нужно вот эта колотушка. Сейчас мы покажем новый лайфхак, который позволяет просто перевернуть ваше представление о том, что вы теперь 6 раз богаче, чем были до этого момента. Итак, приступаем. Засыпаем землю сюда. Вот, засыпали землю, и теперь колотушкой, ручку убери, пожалуйста, колотушкой обязательно прижимаем землю, утрамбовывая плотно-плотно. И после этого это получается очень прочное дно. Земля не высыпается, а пропускает влагу и воздух. И у вас появляются стаканчики как бы без дна, оно и не нужно тратить на это средства, ресурсы. Вот видите, как она плотно. А сверху насыпаете землю, где-то 3-4 сантиметра. Вот видите, мы подсыпали 3-4 сантиметра, его надо обязательно чуть-чуть утрамбовать, но уже не так плотно, как у нас предыдущее было дно, но немножко утрамбовать. Всем расчет, чтобы лишний воздух ушел, но все-таки земля должна быть аэроскопичной. Ну вот видите, у нас саженец конкорда, виноград подписан, корешочек только что пошел, и мы его ставим в стаканчик. Слегка держим центр и насыпаем туда землю. А предварительно обязательно для просыпания земли мы ставим коробочку, чтобы собрать опавшую, не попавшую в стакан землю. Да, вот немножко утрамбовываем пальцами, чуть-чуть прожимаем, чтобы не было у нас воздушных карманов. Землю насыпаем доверху, она потом осадится. Она осядет. Ну вот, доверху, и буквально одним пальчиком чуть-чуть прижимаем сверху, там ничего страшного. Вообще корешки быстро отрастают, главное, что процесс запущен. Вот у нас появился стаканчик плотности. Земля у нас чуть влажная. И все, вот этот стаканчик у вас, собственно говоря, является самым хорошим, надежным, видите как? Надежным, как не палетой, а стаканом, да, для рассады. Причем диаметр его может быть и 2 сантиметра, и 1 сантиметр, и 6 сантиметров, и может быть много больше. И следующий лайфхак — это о том, чтобы посадить уже большие корни в диаметр 3-литровой банки. Ну и, конечно, мы этот саженец подписали, стаканчик подписан несмываемым фломастером, и обязательно в дневник записываем. Подписывайтесь на канал ТОП-САД, ставьте лайки или дизлайки, задавайте вопросы. А следующее продолжение, сейчас мы сделаем для вас новый фильм «Лайфхак», для того, чтобы эти стаканчики можно неограниченно увеличить в размере, а делать их более широкими, то есть 3, 4 или 5-литровые банки, и точно так же это делают без дна. Не верите? Смотрите следующее продолжение нашего фильма «Удачи на даче» вместе с саженцами в придачу.